Друзья, всем привет, с вами Павел Морозов из Сочи, это жилой комплекс Озерный 2, вот такие виды на город открываются здесь уже с третьего этажа, есть три квартиры, но по факту уже две осталось в этом комплексе, по цене дешевле 2,5 миллионов рублей. Всем привет еще раз, друзья. Что в этом видео самое главное вы должны уяснить, что если кто-то хотел купить себе квартиру в хорошем классном спальном районе, в 3 километрах от моря, рядом со школой, с детским садом, с остановкой, на равнине, со статусом квартиры, который дом будет сдаваться без судов по акту ввода в эксплуатацию, и вы хотели сэкономить, то это ваш вариант. Если также вы хотели заработать на этом, такие квартиры будут на выходе стоить не менее 3-3200 по итогу, в конце года. Дом будет построен до конца года, сейчас ведутся активные строительные работы. Пишите, звоните. Осталось три, вернее, две квартиры. Одну уже забронировали, и сейчас решается судьба второй, так скажем. Вот. По факту, я думаю, что есть возможность приобрести классную квартиру с видом на горы, ребят. Поэтому пишите, звоните, буду рад. По комплексу, ребят, я стою в первом доме, который уже построен и сдан от этого же застройщика. На нем все уже заработали. У нас было 8 инвесторов, 6 из которых мы уже вывели. Сейчас оформляем последние две сделки. То есть все заработали, хотя многие не верили в том, что здесь будут инвестиции, здесь будет реальный заработок. Об этом у меня много роликов уже есть, поэтому, ребят, пишите, звоните, у кого есть 2,5 миллиона рублей. Это реально возможность их грамотно вложить краткосрочно, до конца года. Вот такая вот информация, ребят, покажу по территории немножечко, что территория представляет из себя. Смотрите, территория достаточно большая, между домами порядка 45 метров, никакие окна, дом в дом. Есть одна квартира с видом в ту сторону, на горы, панорамный вид на горы, высокий этаж, то есть это будет вид в 3 раза лучше, чем отсюда. Вот, зимние шапки. И также есть одна квартира с видом сюда, во двор, на окна. Как я уже сказал, объект строится достаточно активно, возводится 4-й этаж, получается 3 возвели, сейчас арматура 4-го этажа собирается. Вот, здесь будет 9 этажей, 2 подъезда, 2 лифта, высоколиквидная интересная недвижимость в спальном районе города Сочи. Купив квартиру сейчас за 2,5 миллиона рублей, здесь же вы будете продавать за 3200-3300 по окончании года, максимум в январе. Срок инвестиций где-то 8-9 месяцев. Это уже, можно сказать, по меркам Сочи краткосрочные инвестиции, потому что сейчас на рынке недвижимости предложения в основном идут от, скажем так, года и полутора лет. На этом все, друзья. Пишите, звоните, кому такое предложение интересно. В рамках работы с клиентом приехал на объект и показал заодно вход строительства жилого комплекса «Озерный 2». Всем хорошего дня, замечательного настроения. Пусть хранит вас Бог, здоровья и побольше денег вам и вашим близким. Всем пока.